ще раз доброго ранку усім, хто прокинувся та хто прокидається. Давайте не зволікайте, а швидше доєдетеся до нашої ранкової студії. Сьогодні ми говоримо про корисне. Понеділок ми розпочали з інформації про те, що сьогодні день боротьби з тютюнопалінням. І до нашої студії завітав Олександр Іванов, нарколог, який нам розповість і про залежність, і особливо про залежність від тютюну. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброе утро. Всім привіт. Я сразу почну говорити о том, що для мене кожна отдельная зависимость не существует. Зависимости очень плавно идут. Одна переходит в другую, в третью, в пятую, в десятую. И что такое зависимость? Способ отвлечься от действительности, когда что-то не устраивает. Когда накапливается негатив. А накопленный негатив, когда человек перестает испытывать радость жизни, это называется депрессия. Это отсутствие испытывать позитивные эмоции. И человек начинает прятаться. Кто-то курит табачок. Кто-то пьет водку, кто-то ходит в казино, кто-то посещает публичные дома. Сейчас еще безумно мерзкая, жуткая, грязная зависимость появилась. У вас только у мужчин исключительно это порнозависимость. Это ужасно. То есть мужчины могут проводить с экраном, любым экраном, часы, получать в день несколько раз там какое-то удовольствие. При этом живой женщины ноль, от слова совсем. Так, тобто ми зараз реально говоримо про те, що кожна залежність – це вже психологічна травма. Да, это серйозне психологічне переживання, то есть, коли человек не може реально почувствовать радості. Кто-то начинает отвлекаться, да, берет сигаретку, закуривает, поглощает немножечко витамина ПП, это польза. По большому счету, опять-таки, если хорошенько взглядываться в зависимости, все, что люди пытаются употребить, это довольно полезно. Так. Но яд от лекарства отличается только дозой. Если витамин ПП в пучке петрушки – это ровно такое количество, которое нам надо для здоровья, то в одной сигарете его намного больше, чем надо, а в пачке сигарет в день, естественно, еще больше. Происходит что? Организм отказывается сам по себе нормально употреблять, то есть всасывать, да, использовать витамин ПП из других продуктов питания. Он использует исключительно из сигареты. И поэтому вот называется вот эта так называемая ломка, да, когда человек не покурил, у него типа пухнут уши, ощущения неприятные. У него нарушается пищеварение, потому что витамин ПП отвечает именно за пищеварение. Люди начинают резко набирать вес, там, у них меняются пищевые пристрастия, человек чувствует себя плохо. Так. И он или возвращается к табаку, или пытается влезть в какую-то другую зависимость. Все довольно просто. Но так. Тем не менее, когда так понимаешь, когда занимаешься в эту сторону, эффект получается потрясающий. Цікаво одне. Кожна залежність, так, вона по-своєму є, і їх лікувати треба в комплексі. Але ми почали говорити про те, що в основі депресія. Да. Хочеться дізнатися просто от саме депресія. Як її вилікувати? Як взагалі знайти її? Значить, самий дуже хороший вопрос, головне своєрідне. Якщо у чоловіка сплін, да, какое-то грустне настроєння, ну, день, два, три, это нормально, это обычно, это бывает на погоду, у женщин связано там с полнолуниями и так далее. Ретроградный Меркурий у хлопцев. Опять-таки, не дай бог, если в Тельце, это... Совсем. Да, катастрофа. Но если это тянется 2, 3, 4 недели, то есть месяц, если, не дай бог, 2 месяца, это уже ноги в руки, бегом к специалисту, потому что иначе депрессия, как сейчас описывают американские ученые из 2017 года, это появление в коре мозга микроскопических зон неинфекционного воспаления. То есть мозг начинает страдать как орган. И сказать, да ладно, возьми себя в руки, ну, нормально, скажите. Вообще не работает. Слово совсем. Это все равно, что человеку с поломанной ногой сказать, да ладно, прекрати бельдуриваться, кроссовочки делал и побежал. Побежал, да? Так. Разминай. То же самое с этим. Люди, когда им говорят вот такое вот, да ладно, соберись, они испытывают говорящему только одно единственное чувство. Закрой свой рот и исчезни из моей жизни. Поэтому на самом деле нужна именно медицинская, качественная помощь. Если это легкое, там хватит психологическое, да, немножечко разогнать человека. Если же это все не работает, значит, только к специалисту, к врачу, который так будет заниматься здоровьем. А как можно впізнати депрессию? За какими ознаками? Есть очень-очень простой, доступный каждому способ. Это просто пройти короткое тестирование, допустим, в интернете. Там есть стандартные, стандартизированные международные тесты. Там PHQ, опросник-то 9 Чекало. Вопросов. Да. GAD 7. Они дают экспресс-анализ вот, да, за последние 2 недели.
То есть это безумно просто, это безумно доступно, это не стоит ни копейки денег, и просто для того, чтобы для самого себя сделать вывод, а что со мной, собственно, происходит. Мне нужна помощь или я так, собственно, покручусь, отдохну? Это на самом деле это можно онлайн, я говорю, можно спечатать себе. И если на самом деле что-то интересует, хотя бы там раз в 3-4-5 месяцев стоит подобные вещи проходить, самому себе давати отчет о том, що хорошо, или вже все-таки треба задуматися. Так, а от якщо, ну, наприклад, та людина живе в сім'ї, так, і близькі помічають про те, що і настрою нема, і апетиту нема, і вже така апатичний стан, і вже з'являється те, що воно мені не потрібно. Вот, аппетит может быть или никакой, или наоборот, открывается холодильник, сметается все оттуда, не особо чувствуя вкуса, цвета, запаха этого всего. То есть нарушение поведения сна, нарушение пищевого поведения, то есть что-то, то, что появляется несвойственное человеку. Да, это уже тревога, это уже надо заниматься вопросом, что с человеком случилось. К врачу, к психологу, к диетологу. То есть надо понять, что именно мешает человеку жить нормально, полноценно. Угу. Ну, ви знаєте, дуже часто про ці моменти, те, що ви кажете, потрібно це побачити, звернутися. У нас якось зі школи ще вчили, що да, от проблема є там математична, проблема ще якась є. Психологічних проблем і пошуках от, розбиратися в собі ніколи ніхто не вчив. Можливо, проблема саме з того, що нас не вчать цьому з дитинства? Це взагалі замечательний вопрос. Це тема, взагалі, яку я вважаю самою основною в моїй темі діяльності, в діяльності будь-якого врача, який працює з психологією чоловіка. У нас відсутствує культура общения как такового. У нас есть, да, что ты получил, теплые носки одень, шапку не забудь. Что с ребенком происходит? Что происходит между мужем и женой? Да? Принеси там это, яйца из маркета, выбрось мусор. На этом общение заканчивается как такового. Духовного общения на уровне интимного общения. Что происходит в душе? Что хочется? К чему стремишься? Чего бы хотелось достигнуть, не просто слетать куда-то на Мальдивы, а достигнуть, как развиться, этого общения не существует. И почему сейчас локдаун, огромнейшее количество разводов? Потому что люди, которые живут вместе, они никогда не общались. На уровне конфет-букета они еще там где-то как-то вот пытались друг перед другом нарисоваться, насколько они интересные. А дальше все, бытовые вопросы. Когда им приходится сутками, часами проводить наедине время, а говорить не о чем. Культуры общения нет и желания общаться нет. Ну, начинается, да, иди ты, вот. Давай, развелись, да, 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 до свидания. И с детками то же самое. Детей не учат общаться с родителями. Что, какие вопросы? Покажи дневник. Ребенок начинает его прятать, потому что он знает, что за этим будет скандал. Детей надо воспитывать не негативными эмоциями, а позитивными. То есть эмоционально реагировать на хорошие поступки, на хорошие действия. И покер-фейс, когда сделано что-то нехорошее. Почему? Дети энергетические вампиры, все по голову. Им необходимы эмоции. Так. Если ребенок не получил такой комок эмоций в течение дня, позитивных, он получит негативные. Он их все равно получит. То есть, если он знает точно, что как бы он ни старался, что-то не вытворял, родительская эмоция может быть только негативная, а на позитивную как? Ну, молодец. Да? Формальная похвала без эмоционального посыла. Ну, ладно, пойду кокну чашку. Что будет? Да. Горькая, невкусная, противная, но эмоция, которой не хватает. Поэтому ребенок понимает, ну, чтобы хоть как-то получать эмоциональную подоплеку, подкрепление, нужно косячить. Если же переключить свое поведение на 180 градусов в другую сторону, негативный поступок, покер-фейс и совершенно нудным, медленным, гадким языком выносить ребенку мозг, почему тебе это не нравится. Так. И с другой стороны, когда что-то сделано хорошо, прекрасно, вау, это же круто, давай надуем воздушный шарик, давай пробежим ради этого 100-метровку. То есть не надо откупаться детей. Вот тебе за это там робот за 9 тысяч долларов, да? Это просто должна быть позитивная эмоция, подкрепленная только эмоциональностью, а не материальными какими-то. Це, в першу чергу, ходить, потрібно перевиховувати батьків, щоб вони правильно вже потім... Да. Это очень, очень сложно, это очень нелегко, по себе знаю, я сам неоднократно отец, но... Там, где это получается, эффект просто потрясающий. Дети действительно с удовольствием хотят делать хорошие вещи, за которые получают совершенно адекватные эмоциональные
поощрення. Тобто... Батьки, занотовуйте, будь ласка, зараз це все, ось покроково. Так, це дійсно важливо. Я от хочу зараз трішки уточнити. Якщо ми так будемо, як батьки будуть себе так поводити з дітьми, то це ми кажемо про те, що ми виховуємо абсолютно здорову психологічну особистість. Да, іменно так. У нас больше надежд на то, что он вырастет здоровым, потому что, кроме всего прочего, надо не забывать еще о наследственности, о склонностях к тем же депрессивным переживаниям, там, еще каким-то проявлениям паранояльным там, и прочее. Но возможности и шансы у ребенка, воспитанного в позитивных эмоциях, в разы больше, чем у ребенка, которого воспитывали только на негативе. Так. Олександр, хочеться все ж таки повернутися до такої залежності. Давайте ми її сьогодні як основну візьмемо. Це тютюнопаління. Звісно, зараз хочеться підтримати наш МОЗ, Міністерство охорони здоров'я, і сказати, що куріння шкідливе для вашого здоров'я. Пам'ятайте про це. От, найголовніше. Якщо людина, там, наприклад, палила протягом там, 10-15 років, і вона прийшла до спеціаліста, віднайшовши в ньому депресію, можемо казати про те, що людина може абсолютно спокійно кинути палити сама? Ну, естественно. Во-первых, надо помнить самое-самое важное, о чем я начинаю беседы с людьми, которые приходят именно с такой проблемой, как курение табака. Ну, давайте будем честными. У нас табака практически не купишь. Це домішки всякі. Неякісні. Так. То есть чаще всего это опилки. Чаще всего опилки, пропитанные какими-то такими суррогатами, которые гарантируют какие-то совершенно невообразимые болезни. Страшные, ужасные, кошмарные. Даже то, что продается под типом развесного табака, скорее всего, там тоже не табак. То есть вы заведомо натравите себя очень, очень жесткой химией, которая неизвестно, как разрушит и с какой степени ваше сердце, легкие, почки там, и другие органы, мозг, естественно. Далее, конечно же, если мы находим депрессию, дальше начинаем лечить депрессию. Депрессию сейчас в 21 веке лечить достаточно комфортно. То есть человеку не надо ложиться в больницу. Человеку не надо выключать себя из общественной жизни. Современный подход к лечению депрессии основывается на том, что нужно сохранить 100% социализацию. То есть человек должен ходить на работу, управлять машиной, заниматься сексом, спортом, воспитанием детей, а не ходить как совершенно отмороженным, чтобы слюни из носа текли из рта, и не понимая, что происходит. Вот такой подход, это был подход в 70-е годы прошлого века. Так. Сейчас человек должен быть абсолютно 100% адекватен и социально активен. Тобто це перше, найголовніше правило, як виліковувати депресію. Современного лечения именно такое, что человек ни в коем случае не должен страдать. И почему я никогда не говорю, есть вот такая вот замечательная методика, там я ее придумал. Нет такого. Нужно под каждого человека подбирать то, что его устраивает, то, что ему нравится, то, что ему подходит, то, что ему понятно, то, что не отвлекает его от обычной повседневной жизни. Ну от раніше я знаю, що як боролися з цією залежністю від тютюну, це розповідали просто взагалі, з чого складається та сама цигарка. Да? Ну, зараз це вже не бере. Чим ви, наприклад, у своїй методиці от можете, наприклад, однією фразою або певною якоюсь інформацією донести? Це можливо? Ні, саме головне, все-таки, я говорю, розібратися, чому чоловік, от, знає заведомо, що це дуже вредно. Кто-то рассказывает, ему важно, чтобы как там дымок курится, да, кто-то там оценивает какие-то сложные ароматы смолы. Смолы, ароматы, да, ничего ну, так не смущает. Вот. То есть как-то пытаются объяснить, что это их отвлекает от жизни. Тогда начинаешь выяснять, что же в твоей жизни тебе настолько не устраивает, что ты готов дышать смолой, еще и неизвестного происхождения, чтобы хоть как-то отвлечься. Вот тогда мы выходим на тему именно депрессии и выясняем, что на самом деле надо заниматься депрессией. Потом как бы сигарета сама выпадает из рук, их желание курить, и появляются вопросы к другим людям. А они им-то это зачем? То змінити спосіб життя і мислення і за рахунок цього на більш позитивний. Чек, живучий в депресії, у нас же нет культури посещення там врачей-психіатрів, врачей-наркологів. У нас, коли чек приходить, говорить, ну, наверное, я не к вам, повірте, якщо ви вже ко мені прийшли, то давно, наверное, було пора ко мені. І сказати, що люди без депресії приходять, ну, це крайне рідко. Практически все приходят уже с готовыми, серьезными, сложившимися депрессивными переживаниями, когда человек действительно не понимает, насколько ему плохо, он адаптировался к этому, он в этом живет. Ему мешает там сигареты, или ему мешает водка. И тогда, выяснив это,
убирая его депрессию, мы получаем замечательный результат. От него отваливаются все остальные депресії, які були і які могли би бути. А знаєте, що розповідали про те, що вейп там допомагає курити, бо там просто дим, потім пластирі від залежності цієї поборють. Мені просто цікаво, ну, знаєте, як оце, якби нам це вішали так на вуха, люди це сприймали. Поясніть ви вже як лікар, як спеціаліст. Ну, от одразу всім, щоб такого ви не пробували. Ні, вейп від сигарети відрізняється там степенью пораження інших органів. Угу. Ну, це така ж дрянь, як і сигарети. Тобто, польза там нуль, цілих нуль. Там глицерин, который выпаривается, который идет, бьет по легким. То есть полезно в этом ничего нет. То есть это все равно, что лечить водочную зависимость пивной. Класс. Да, очень похоже, один в один. Поэтому вот эти все курительные смеси, там, а еще там есть такая замечательная вещь, как спайс, да, и еще там наркотические, полунаркотические вещества. Пытаться заменить одну зависимость другой. Ну, по-моєму, глупость. Угу. Елементарна. Да. Угу. Так, а от мене зараз зацікавило, чи можна, наприклад, залежність від там, тютюну замінити на залежність від здорового харчування, наприклад. Одну замінити іншою. Чи це так не спрацює? Ну... Чи це сильно хитро? В принципі, такі речі існують. Недаром вже з'явилися такі движення, як вегани, да, які, угу, якщо 15 хвилин не розказують про те, що він веган, він почуває себе нещасним. Це хорошо. Да, ну і... Были потрясающие примеры, позитивные. Да? В молодости два хлопчика, которые были там издалека знакомы, они увлекались разнообразными психостимуляторами, включая табак тот же самый. Вот. А потом, когда они начали зарабатывать очень много денег, у них появилась зависимость от денег. Ну, это Стив Джобс и Билл Гейтс. Да, они по молодости разнообразно. И они, когда поняли, что на самом деле это полный отстой, а вот зарабатывать миллиарды – это круто, у них не было проблем ни с табаком, ни с какими-то другими нехорошими вещами. Так. А ты классно залежний, слухай. Да. Вот будь успешным. То есть выбирайте конструктивную зависимость. Там есть люди, которые переключаются там, на подводную рыбалку, да, там плавают. Ага. И потом дышать в акваланге после сигареты нереально. Да? На самом деле это действительно круто переключает. Кто-то там начинает строить какие-то там модели кораблей или еще что-то. Я рекомендую порыться в своем детстве, в подростковом возрасте. Что нравилось, что вдохновляло. Вполне возможно, что безобидное какое-то конструктивное хобби не только украсит вашу жизнь, но и принесет дополнительные доходы. Даже клас. Так. А от ви заговорили за підлітки. Ви знаєте, дуже багато саме курців, вони починають зі старших класів або університет. От, ну, там депресії, по суті, такої-то, ну, сильної не могло бути. Що це? Розуміємо, що це хайп, це модно, да, але що именно... ще може наштовхувати? Основна тема, от я просто дуже внимательно слежу за підростками, самого діти-підростки, за тенденциями. За последние 10 лет, на секундочку, у подростков в 3 раза в среднем по Украине уменьшилось количество употребления спиртного. Класс. И в 4 раза употребление сигарет. Здоровая нация растет. Да. Это связано с тем, что они вместо зависимости, когда надо было выйти на летнюю площадку, да, на детский какой-то майданчик, и там какое общение, но без бутылки пива его не было. Сейчас они общаются в доте, они общаются там в каких-то других виртуальных. Другая зависимость, да. Они поменяли химические зависимости на виртуальные зависимости. Просто человек, который играет там, в какую-то игру и одновременно пьет пиво, он выпадает из контекста, с ним неинтересно. Так. Он теряет взаимопонимание с теми людьми. Поэтому пить неинтересно, курить неинтересно. Ну и выходить из интернета тоже неинтересно. Сейчас попробую выковырить любого подростка из компьютера, элементарно сходить за хлебом. Я знаю, по своим это сложно. Угу. Это приходится выключать роутер и забирать его с собой в комнату. Это я утрирую. Різні методи є, так. Проте, ну дивіться, є ж і хороші приклади, коли, наприклад, хлопець там грав у комп'ютерні ігри, а потім став чемпіоном світу там з якоїсь гри. Кіберспорт. І заробляє, так, кіберспорт, заробляє кучу грошей. От як зрозуміти, що дитині це подобається і чи цю залежність варто буде якось руйнувати для нього? Вот, ну это как... сравнивать, допустим, человека, который действительно ходит на бокс и занимается, тренируется, с человеком, который выходит на улицу и бьет морды прохожим. Подавляющее большинство подростков это просто развлекаются, там ни о каком киберспорте не может быть речи. Это сложившиеся команды, это постоянные серьезные тренировки. А когда просто развлекуха, ну, в дотку, катку сгонять,
Какой спорт? Какие деньги в будущем? О чем вы? Наоборот, они донатят там постоянно какими-то вкладываниями в эту игрушку. Там, слышал, что есть какие-то артефакты, которые можно купить там, да, 7-8 тысяч гривен. Артефакт виртуальный. Ой-ой-ой. Какие доходы в будущем? Какие? Это абсурд полнейший. Это не то. Так. Ну, чудово. Олександр, давайте на цій прекрасній ноті будемо потрохи завершувати. Ми робимо кожне інтерв'ю з нашими гостями максимально корисним. І на завершення хотілося б від вас почути якісь, можливо, настанови, щоб покращити психологічний стан. Одна єдинственна, то, о чому я говорю постійно, о чому я умоляю. Люди, навчитесь общатися друг з другом. Не теряйте время, не теряйте темпа. Хоча б 5-10 минут. Побеседуйте с близкими, с родителями, со своими детьми, со своими близкими, любимыми людьми. Это вернется вам в столице, это купится и эмоционально, и материально. Получая удовольствие в общении в семье, лучшего удовольствия не получите. Нехай буде залежність від спілкування з людьми. Да. От так. Живе, здорове, полезне. Дякуємо вам. Було досить інформативно. Ми сподіваємося, що ви збережете собі цю інформацію. А якщо ви не встигли подивитися все від початку до кінця, цей відеоролик чекає вас на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Ну, правда ж вам сподобалось відео, яке ви тільки що подивилися? До речі, на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» ще багато актуальної інформації. Обов'язково підпишіться. Найцікавіші події, найяскравіші гості і дуже теплі та приємні розмови. Тому будьте з нами, дзенькніть на дзвіночок, щоб бути завжди в центрі подій. We'll be right back.